Да, хорошо, да, спасибо, что поправили. Общественный деятель, блогер и многое другое. Просто еще активной жизненной позиции. Владимир Воля, политический обозреватель. Перед тем, как мы начнем разбирать основную тему нашего дня, короткий обзор по ключевым знаковым событиям за прошедшие сутки. Владимир, пожалуйста. Полного перемирия пока что не наблюдается. На сегодня был заявлен отвод тяжелых вооружений со стороны ДНР. Вчера об этом заявили и ЛНР, согласно подписанным документам. Но сегодня АТО утверждает, что нет никакого отвода со стороны сепаратистов. Опять-таки это заявление АТО, по-видимому, ЛНР тоже не подтверждает начало отвода, хотя ДНР прямо говорит, что за 12 дней должны вести тяжелых вооружений должны вести. Кроме того, сегодня уже начала работу встреча министров иностранных дел Нормандской четверки Франции, Германии, России и Украины. На сегодня была анонсирована встреча на высшем уровне, насколько я понял из сообщений. Что будет дальше? В Париже пока еще ожидающий результат. Это в развитии последних минских договоренностей по имплементации обменного плана, плана полагающего условия прекращения огня и отвода тяжелых вооружений. ДНР и ЛНР заявляют, что они начали отводить свои тяжелые вооружения. А то, штаб АТО украинский не подтверждает. Он заседали в ОБСЕ. ОБСЕ не подтверждает и штаб АТО. БОУН раскритиковали. Вчера, я напомню, что было заседание, ну, вчера, сегодня, по американскому времени, заседание с безопасности ООН по вопросу, давайте или не давайте вводить или нет миротворческие контингенты. Да? Пока что консультации, начались консультации. Какой вывод? Но пока еще это длительная процедура, то есть ряд стран выразили готовность предоставить свои войска, своих людей для миротворческого контингента, миротворческих сил полицейских на территории востока Украины. По крайней мере, об этом заявил Клинкин, министр иностранных дел, но пока что о принятии решения говорить рано. Вот я думаю, в начале марта соберется сессия Верховной Рады, и там будет уже должно быть принято обращение. Вчера мы разбирали тему, кто отправил, зачем, если пока никаких.